Щука. Нифига себе, окушка приехали половить. У нас подсак. Буэнос диас, сеньоры и сеньориты, хулиганы, жулики, мальчишки, девчонки, а также их родители. Не ожидали, опять я на рыбалочке. Но сегодня у нас будет не фидерная ловля, а будем ловить на этой реке уже на спиннинг. Где-то мой здесь кореш-ютубер Серега плавает. Сказал, сейчас приплывет, у него есть лодка с мотором, есть спиннинги. Я лет 5 назад когда-то тоже этим делом занимался, но потом что-то у меня были скудные уловы, и я спиннинг забросил. Вот, попросил его, чтобы он взял спиннинг, он мне взял, так что попробую что-нибудь поймать. Как говорится, новичкам везет, хотя я не новичок, но будем считать новичок, потому что стажа у меня, наверное, рыбалок 10 спиннинговой. Посмотрим, что из этого выйдет, будет интересно. Смотрим. Ну что, мы в лодке. Наверное, лет 8 я уже в лодке со спиннингом не плавал. Да я и вообще плавал, наверное, раз за 3 со спиннингом. В основном с поплавочными удочками. Вот такой тут заливчик. Будем мы здесь пытаться поймать огромную рыбину. Может и не огромную, но что-то пытаться. Давненько я не выезжал на такие мероприятия. Да, лодочка, конечно, по сравнению с моей, шикардос, можно ходить. Я в своей пошевелиться боюсь. А здесь красота. Вот такой вот у нас эхолотик. Не знаю, отсвечивает или нет. Но я вам буду комментировать. 6 метров глубина. 6,5. Плывем. Хорошо с мотором. Я на веслах как проплыл 2 километра по булетам. На этой речке по Муховцу, по Бульково. Так я думал, у меня сердце станет. А здесь супер. Ладно, начинаем рыбачить. Ребята только приплыли, сразу поклевка. Серега, давай. Щука. Нифига себе, окушка приехали половить. У нас подсака нет. Нет подсака? А что делать? Что в таких ситуациях делают? Что делают? Блогеры камеры не могут. Вот это да. Блин, а я не знаю, я ее боюсь брать. Я как бы с такими делами, если бы это был лещ, я бы взял. Я тоже снимаю, да? Да, ведь не могу поднять. Ну вот. Короче, у нас толпара 0,57. Щучка у нас такая за полтораху, я думаю. Ты будешь брать? Давай я. Если я просру ее, да, то я не так буду орать. Ты еще и орать будешь, если мы ее просрем? Ну, так я свечу сделаю. Ну, попробуем. Ох, нифига себе. Так, 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 стой. Давай, давай, давай. Ну вот и вот все. Такая рыба нашей мечты. Зачем нам так? А я думал, что вечером бесполезно в такую же рыбу плывать. Но все пока шикарно. Опять же сработал вертушечка. Копия Pontoon 21. Новенькая. Да знаешь, что ты ее поймал? Потому что ты с новичком, а новичкам везет. Я понял, это 100%. Ну и плюс еще я офигенный рыбак, ко мне рыба сама идет. Все ясно. Ну, круто. Ловим дальше. Ну что, одна щука поймана. Пора бы и мне что-то поймать. Какого-нибудь громадного окуня. Ну, пока он не хочет выходить. Наверное, еще не пришло у него обеденное время. Ну ничего, я не гордый. Подожду. Ловлю вот на такую блесенки. Третий номер. Посмотрим, что она мне принесет. Есть у меня еще резина. Потом попробую, может, резину надену. Итак, переплыли вот такой вот заливчик. Стали здесь вдоль кувшинок. Глубина у нас тут 2,6 метра. Показывает. Будем пробовать, что на этом месте нам принесет, какая рыбка будет. Есть! Есть, ребята, поклевочка. Или уже нет. Или... Угу. Окунек, окунек. Ну вот, наконец-то я обрубился. Сделал мне напарник вот такую вот серьезную снасть. Гирлянда называется. Красавчик. Пусть размерчик невелик, но и рыбалка только начинается. Сейчас будем
увеличивать размер. Смотрим. Заказал я как-то на Китае вот такую вот копию а-ля Аваруна. Сейчас на нее здесь приплыли на такое вот место, на чистое, на ямку. Посмотрим, может, на резину что-нибудь здесь и поймаем, а может нет. Поймал еще пару небольших окушков на эту гирлянду. Но их не снимал уже, не стал мучить, выпускал. Вот как-то так. Ну, нормально, окушки, щучка. Я думаю, открытие для меня было сегодня хорошее. Смотрите, как красиво моя китайская варуна работает, как живая плотвичка. Если бы я не знал, что это я ее вожу, я подумал бы, что плотва плавает. Шикарно хвост отрабатывает. Сейчас я на нее споймаю огромную рыбину. Попробуем там еще. Постояли на яме, думали, может, судочка возьмем. Но не судьба. Ну, я думаю, для первого раза и щуки достаточно. Сейчас попробуем еще окунят половить. Начинает вечереть, еще долго собираться. Времени мало, но что-нибудь еще попробуем поймать. Какая-то мелочь попалась у нас на гирлянде. Под вечер так стихло. Наверное, наоборот. Погодка не очень. И вот это монстр. Это настоящий зверь. Красота у нас уже. Закат. Все, друзья, закончилась наша рыбалочка. Половили мы сегодня часа, наверное, 3-3,5. Хорошо клевал мелкий окунь на гирлянду. На вертушку попадался чуть покрупнее и поймали одну щучку в самом начале. Как только начали, сразу щука. Ну а потом что-то она где-то ушла. Ладно, для первого раза, я считаю, отлично отловились. Вот, наберусь немного опыта. Уже знаю, как, что да как. Будем частенько выезжать. И, естественно, результаты будут у нас все лучше и лучше. Так что подписываемся на канал, пишем комментарии. Ну а мы поехали на очередные рыболовные приключения. Пока-пока. Пока.